этот киндер Джой. Давай, что может быть прекраснее, чем субботним замечательным утром открыть киндер Джой? Вот так будешь открывать, да, сам? Ну, давай пробуй. Если будет сложно, я подключусь с ножничками. Что у нас за киндер Джой? У нас там кто? Динозаврики. Вот, динозавр. Давай сфоткаем. А еще там будет вкусняшка. Конечно. Если что-то заберешь, а еще много на полочке. Смотри, я сейчас подниму, а видео очень удобно. Ну давай, открывай. Вот, видишь, уже получается. Что ты делаешь? Отделяй одну часть от другой. Зачем ты открываешь сейчас вот это? Это твой метод? Один из методов хороших. Может, я помогу? Мой метод хочу использовать. Ну, давай, используй момент. Только давай так, чтобы не валялось все на полу, хорошо? Давай. О, пошло. Давай, Эсти. Давай я. Помог, я тебе. Спасибо, помог, что ты мне помог. Носнички — это такое дело. Помогательное. Порвалась. Ничего там не порвалось. Как всегда, ложечка. Вот, мы разбили игрушка, яичко. Здесь вкусняшка. Яичко разбили. Да. Здесь вкусняшка, а здесь еще одна игрушечка. Угу. Ой, тут вкусняшка такая. Что это? Ой, да что-то за жизнь такая там лежит. Смотри. Класс, у меня в детстве были такие значки вот так всякие, можно да. Делать. Это вот это, ребят, помните, раньше были значки в сухариках Флинт? И, ну, вообще подожди, раньше продавались такие. Да, вот так делаешь, и картиночка меняется. Ну, а возьми в руки нормально. Так, что тут у нас? Да, да. Это часы. Часы. Это вот такая странная вещь. Может, у вас и на времени какие. А браслет где тогда, если это часы? Вот браслет. Вот это браслет. А, это на часы одевать. Понятно. Часы, я понял. Надо только... Надо только часы купить, не вот такие, а обычные. Да? Так, что здесь? Здесь. Как-то вот так. Вот так. Ай, ты мой такой вкусный котик, она нашел такого вкусного. Недавно появился у нас, год назад, так, только что, год назад, не правда? Тут такая... такая вещица, и это одевается на часы. Ну и как всегда вкусная вкусняшка. И как всегда вкусненький котик на моем месте, смотри. Мама, смотри, кто занял мое место. Сейчас. Бубу, это неприлично. Ой, Бубу, за усот, спасибо, Бубу. Ну и вкусная вкусняшка. Всем хорошего дня субботы и замечательных выходных. Пока-пока.